Олег Протасов народився 4 лютого 1964 року у Дніпропетровську. Один з кращих форвардів радянського футболу. Нині тренер, срібний призер чемпіонату Європи та володар срібної буци, дворазовий чемпіон радянського союзу, учасник двох чемпіонатів світу. Одружений, має двох синів та доньку. Олег, добрый день. Я рад, что мы сегодня встречаемся. Давно хотел встретиться. И сначала хочу поблагодарить, потому что я считаю, что человек должен рано или поздно всегда выражать благодарность, если ему это хочется сделать. У меня есть личный повод поблагодарить. Я вспоминаю иногда 85-й год. Ты играешь в составе Днепропетровского Днепра. Мне 17 лет. Я только-только начинаю брать интервью у футболистов. Я прихожу в гостиницу «Днепр», где как раз остановилась команда «Днепр». Это было в день игры дубля на стадионе «Динамо». И цель у меня одна – взять интервью у Олега Тарана и у молодого Олега Протасова, который уже забивает много, который уже известен. У меня в руках огромная такая бандура, магнитофон. Весна был кассетный, двухкассетный магнитофон. И Олег Таран, и ты, вы спускаетесь вниз, в холл. Я беру у вас интервью, я в восторге. После матча, дубля, я иду по Крещатику и пытаюсь уже отслушать что-то, и я понимаю, что звук не записался. Это такое было у меня э, не просто разочарование, это катастрофа, трагедия была просто. Два интервью таких замечательных, все, и я на следующий день, я помню, утром еду в метро и думаю, ну что-то с этим же делать надо. А что с этим делать? Сегодня матч основных составов Динамо-Днепр. И я вдруг понимаю, что мне надо опять ехать в гостиницу «Днепр», и опять пробовать взять интервью. По Спорно. памяти можно было сделать. А, память еще такой отточенной не была. И я приезжаю в гостиницу Днепр опять. Опять с этой бандурой, с уже отреставрированным звуком. Кстати, я обратился в тот же день к человеку, нашли реставратора звука. Он говорит, я Ленина пытался реставрировать и удачно, а здесь я ничего сделать не смогу, звука нет. И я звоню тебе в номер, и ты говоришь, мы вообще спим, у нас сон перед игрой. Но я сейчас спущусь. Ты берешь и спускаешься, и даешь снова интервью в день матча. Ну, ничего себе, я был. Какой? Да, ты был Челборь. человеком. Ты был человеком. <свят> и Электоран поступил точно так же. Потрясающе: я не знаю, сможет ли сейчас какая-нибудь звезда такого уровня спуститься <свят> опять в холл в день игры, прервав свой сон. Я хочу сказать спасибо за это. Это было восхитительно. Это подарило мне надежду, что люди все-таки есть хорошие. Красивая история, Дима, спасибо. Да, приятно слышать. И могу сказать, что, наверное, сегодня звезды, те, которые действительно звезды, они знают, что они звезды. И уже им это каждый день со всех э, телевизоров, там, со всех точек э, это рассказывают. И люди э, им как-то посвящают уже больше внимания, чем тогда нам в тот период, понимаете. 21 год, мы только-только начинали, мы очень много работали, и у нас практически свободного времени не было. Поэтому мы в то время звездами, наверное, были начинающими, которые еще сами не осознали того, что они действительно интересы представляют. И даже не побыть этого слоя какую-то пользу, потому что действительно производительность как это банально не звучит повышалась после наших успехов на заводах страны. да конечно и на фабриках тоже <laughs> почему ты решил стать футболистом тут даже вопрос, Банальный не вопрос ничего даже не обсуждалось другого во первых с детства как только была возможность мяч и в двор ну еще немного стройка немножко войнушка но это все было постольку поскольку когда была стройка, и когда туда можно было попасть. А все остальное — мяч и, и футбол. И как только меня отец отвел на метеор, и на я, матч. я увидел да, Днепр и болельщиков, которые с ума сходят а, от того, что кто-то забил гол, которые прыгают, свистят, ругаются. Мне все это нравилось, и я сказал папе в один из этих дней, что я буду футболистом, вот и раз. А второе. Я буду очень ты хорошим не Я ему сказал, ты жалко, что ты этого не увидишь, насколько наивные дети. Дай Бог здоровья моему папе. Он уже увидел много чего. И дай Бог ему здоровье чувствует себя он хорошо. Но тогда я ему сказал, что это будет так не скоро. И ты будешь такой старенький, ты, наверное, уже не доживешь до этого. Мы сейчас вспоминаем и улыбаемся. В Днепропетровске тогда была потрясающая детская футбольная школа «Днепр-75». Да. Я не знаю, ли в Советском Союзе да, была такого рода школа, которая бы дала столько прекрасных игроков футболу. Сейчас, по прошествии времени, уже я как повзрослел бы и занимаюсь где-то... Была у меня и своя академия там немного, и сейчас как бы актуальна тема для меня юношеского детского футбола. Я понимаю, что эта работа была титаническая и очень серьезная. И можно только сказать браво этим людям, которые вложили душу. Во-первых, и средства в то время тоже нужны были какие-то. Ну, больше всего энтузиазм и желание работать. И в конце концов, они умели тогда с детьми работать. И все наши тренеры, мы вспоминаем, они... Ну, мы приходили и с удовольствием чувствовали, что будет интересный день, интересный. Фанаты орган. были, да? Фанаты были и тренеры, и Почему и сейчас ребята. таких школ нету? Это такой больной, Димочка, вопрос. Это, во-первых, все упирается прежде всего... Мы уже начинаем, да, на серьезные темы говорить... Все упирается, конечно, в финансирование. Если даже мы человека подготовим, а уже у нас там в планах есть такие и Федерации футбола, чтобы люди детским, прежде всего, оттуда надо начать. Конечно. Надо там дать. Конечно. Мяча много этого ребенку. Надо рассказать, как его остановить, как отдать, как, как мыслить, начинать. Надо очень рано все это. Их можно научить, этих тренеров, которые захотят, но... Дальше это такая неперспективная а считается работа? И она низкооплачиваемая, к сожалению, на сегодняшний момент. Сложно найти кого-то, кто поддерживал. Я бы это вот все. некоторым президентам наших клубов говорил: скажите, не проще ли, чем платить огромные миллионы за готовых звезд, которые тут все равно не играют? Не проще ли вложить половину этих денег в футбольные школы и пригласить оттуда из-за рубежа хороших детских тренеров? Эта тема давно уже на плаву, и она обсуждалась, и как раз вот эти, скорее всего, и президенты. Давайте не говорить о больших командах, о наших так называемых, потому что школы есть и в «Динамо», и в «Днепре», и э, в Шахтере. «Шахтере». Да, это, там действительно вкладываются средства. Почему и сейчас некоторые команды, которые хотят в высшей лиге играть, уже неправильно, если вы будете стремиться в высшую лигу и не имея свою академию. Это сделала Германия в, 2001, в 2000 году, когда они завалили все. Они, они к этому пришли. А тогда. Испания, как это делает? И почему нам не учиться? Уже, уже наступали Голландия. другие до нас на эти угу. грабли. Нам надо это начинать быстрее переваривать и быстрее двигаться вперед, а не думать, что кто-то хочет кому-то навредить. Так вот, с тренерами, возвращаясь к тому вопросу, который ты мне задал, это больная тема. Нужно государственная, чуть ли не государственная программа. Потому что мы хотим все футболистов хорошие, мы хотим сборную хорошую. И почему говорим о молодежке, там, ну, Ю-19 в лучшем случае. А все остальное как-то, ну, еще придут, они придут. Но, а все закладывается там и еще раньше закладывается. Сколько затронули больную тему, я повестановиться не могу. Сколько теряется людей, детишек, По которые дороге. не могут поехать из села в город заниматься, потому что ему в школу ходить. Раньше хоть интернаты какие-то да. были. Это тема времени, ситуации сегодняшней, и, наверное, Экономики. бедности какой-то в экономике. Но надо думать по чуть-чуть, надо всегда надо находить решение. Нельзя поднять руки и сказать, опа, у нас ничего нету, ничего мы не можем. А душа болит за это, я вижу. Надо аккуратно mm -hmm. делать, хоть шаг за шагом, друг друга как-то поддерживать. и С детей надо начинать. Высшей лиги советского футбола. Ты дебютировал 18 в 18-летнем, в 1982 году на поле стадиона Метеор да. в Днепропетровске. Ну, 18 лет дебютировать. Тогда высшая лига, это извини меня, были игроки, это были команды одна, другой лучше. И в третьем году Днепропетровский Днепр стал чемпионом Советского Союза. Уникальная ситуация для команды провинциальной. Просто уникальная, но какая команда хорошая была, и как за нее все болели. Сильные ребята подобрались. В чем служилось? Успех, суть. Вы знаете, любой успех это химия, как mm -hmm. я выражаюсь. Это должно быть много, столько звезд должно сойтись в небе. Это и тренер, и правильная удачная подготовка. И ребята, которые должны быть коллективом. Они должны. Атмосфера в команде должна быть очень хорошей, Должны тренера верить. И руководство и тренерский штаб должны все сделать, чтобы команде было хорошо. А так было тогда в Днепре. И так получилось. Ну, и с обстоятельств, наверное, там Спартак где-то на Европе. Динамо просила. Играл. Да. Чуть им было сложновато. Динамо просила. Ну, так и к успеху и приходят, наверное, маленькие команды. Или у кого-то выиграть у Гранда, надо обязательно, чтобы твой вратарь был, как говорится, да, в футболе. Да. Обязательно, чтобы в лучший день был твоего вратаря. И они ошибались много. А тогда ты что-то добудешь. Потому что ты как карлик, все равно у них априори они сильнее, у них больше шансов. Ну, надо ловить свой шанс, это для всех хороший сигнал. Главный тренер Днепра Емец и начальник команды Жизик Уникальная пара какая-то была, да? Много чего интересного мы пережили с ними, с этими людьми. Это они друг друга дополняли. Уже сказано, пересказано, наверное, но все равно стоит вспоминать. Было... Была атмосфера даже на установке, на разборе игры. Это мы шли, мы уже с улыбкой заходили. Там даже как-то нас поругать, Владимир Александровича не, не получалось. Он так у него все это было с душой, как бы, и знаешь, что... ну, с любовью. Полный Даже когда такой, он злился. Полный он, такой по человек. По полный человек, да, совершенно добрый. Да и папа Юнадий Афанас Жиздик. Э, был, Фронтовик. Да, э, да он. Они, они знали, что команда, если будет довольна, то тогда с них можно много чего взять. Вот у них был такой стиль, который который помог им во всем. Ну, были возможности, наверное, возможности общаться с руководством, хорошие способности общаться с руководством, а у руководства были возможности. Поэтому... Вот о возможностях и о руководстве. Тогда Южмашем руководил Леонид Данилович Кучма. Да, не сразу, сначала Макаров. Не сразу, да? Макаров, ну, он уже... Потом Кучма, да. да. А Кучма помогал Днепру? Ну, тогда мы молодые еще... Не понимали, кто Одном помогает. им особо не это самое... Было... С, с Кучма у меня встреча забавная, я уже где-то говорил это в прессе, он когда он меня в кабинет, а там речь видно было, там, то ли в Динамо уже идти не идти, и что-то такое, ну, много шума было в тот, в тот период. Ну, могу и путать сейчас, это воспоминания такое неблагодарное дело. Каждый со своей колокольни все видит, Ну просто мне запомнилось, что он меня перепутал, просто он же, типа, ты же говоришь, звезда, там, это, да. это уже позже было. Он позвал, мы поговорили, так что там, ты собираешься, Леша, куда-то идти или что? Я говорю, ну, посмотрим, разберемся. Он в футбол постепенно входил. Большой кабинет у него был? Хороший, да. Это же Макарова кабинет, я так думаю. Ну, уже мне не сладко. Потому, что меня там принимали, когда Буцу я... Серьезно, да. да. Там я через завод проходил, и они... Кстати, она там есть немного серебра, и немало, она тяжелая. Но ну, не, не все, наверное, серебряное, ну, с каким-то составом какой-то. Так они на заводе сказали, надо и для, для хозяина, для команды, для музея. То есть они наделали на, на ЮМЗ копий. Копии. <laughs> золотая, знаю. золотая была бы лучше, да? Если бы. Золотая <laughs> была бы лучше. Есть бронзовая, есть серебряная, а золотая. Ван Бастен позабирал в тот период все. Черт побери, 37. голов забил. Ну да, и он же золотую взял, когда за чемпионат Европы, и мы с Феллером две бронзы нам mm -hmm. почему-то дали за второй результат, именно за турнир чемпионата Европы. Восемьдесят м нам две бронзовых с Феллером дали, а Ван опять золотую с пятью голами. Мне ребята Динамо говорили, что в Днепре тогда платили больше, чем в Динамо. Это правда? Вот это сейчас я не могу сказать, я не знаю, сколько в Динамо. Им, им виднее, да? Да. Ну, Геннадий Афанасьевич, у него был способ, он часто очень моментально после игры расплачивался. А это, вот знаете, так, как возбуждало вот футболист? Так. И сколько платили после игры? Ну, это сейчас я не говорю, а в рублях, что там, как там было. Нормальные совершенно суммы были. То есть ребята ждали следующей игры. Это было, это стиль такой был, и который я осуждать не могу. Если есть такие возможности, а кто запрещает? Ты единственный советский футболист, номинант золотой бутсы. То есть ты получил серебряную бутсу в сезоне 85-86 годов. 35 голов забил в чемпионате. Ван Бастен с 37 мы уже сказали, да, был да. на первом месте. Но уникальное было достижение. 35 голов для советского чемпионата. Уникальное. У меня складывалось тогда впечатление, я хорошо помню этот сезон, что все-таки вся команда на тебя работала тогда. Смотрите, тогда я забивался, это факт. Потому что там из-за сборной было, было... То есть первую, сезон, первую часть сезона я 20 с чем-то, не помню, все хорошо, было уже количество достаточно. Угу. Очень большое количество там, где о рекорде никто и не думал, никто и не мечтал. А потом мы уже в течение второго части сезона мы увидели, что ну, кто-то сказал, кто-то посмотрел. Есть что есть есть такие цифры, которые принадлежат рекорд Симоняну. Три-четыре 4, да, ну, -4 Симоняну. Три-четыре, да. по-моему. Вот. И Конечно, потом интерес появился и у меня, и у ребят, и, и Владимир Александрович Емец, на установках иногда говорил: давайте Олег поможем, Олегу поможем, есть возможность. И там ребята понимали по... это, да? Мы все как-то. Угу. Тем более они могли шутить надо мной, слышать. Мы тебе еще мяч будем отдавать. Тем не менее, на поле ребята старались, да. Было такое, был такой, сложилось много обстоятельств. Вспоминать сейчас много, я сколько наслушался, то Никита Павлович на меня там злится. То, а то, Никита то... Павлович обижался, да, я знаю. Ну, нас, я наслушан. Это. Но дело в том, что э, я уже отвечал, уже, наверное, не смешно, сейчас сегодня футболистам даем там мечи, ворота пустые, Чтобы 35 забить, они устанут только. Да, Попасть бегать. надо, да. да. Как это? Как можно все это организовать, такое большое количество голов? А в таком чемпионате еще помогали, сильно. Помогали, ну помогали как? Как могли помогать? Что сами себе забивали, что ли? <laughs> ну, это такое десятое дело. Видите, это со мной будет всегда этот рекорд, и всегда эти вопросы будут. Я... Никита Павлович, который был начальником потом сборной Советского Союза, он вообще иногда хоть что-то говорил? Вот... Не, не боже упаси. Никогда... Это добрейший, добрейший человек. Не знаю, конечно, как он там где-то что-то излился, где-то что-то сказал. Нет, нет, он с нами. Они в сборную в сотрудничестве с Валерием Васильевичем Лобановским приходили. У нас там у него штаб не маленький был, и мы все друг к другу относились с большим уважением. Хорошая но атмосфера. Вратари команд, которым ты забивал перед матчами, они тебе говорили, что вот я сегодня буду стоять насмерть, но я не пропущу. Нет. Никогда такого не было. Нет. Я пытался перед матчем, у меня такая была примета: не давать руку, когда вратарь в перчатках и сует руку пожать. Я находил способ. Потому что для меня это было прямо: я ему не забью. Вот. А так э, у меня только единственный на мира в 90-м, аргентинец, я не помню защитник фамилии, у меня я упал в предыдущем матче и выбил здесь э, вывих или может даже перелом был, ну не важно, очень болела но тогда еще можно было с лангеткой играть, я вышел на поле и, и мы еще в туннеле шли. Это к тому, что перед матчем кто как на тебя смотрит. И он начал меня еще, когда две команды <laughs> на выходе... По руке? Он начал меня туда уже... А он со мной персонально весь матч играл. Я даже фамилию не вспомню. Но я его возненавидел тогда. Но психологически... Ну, насколько ну, он, не настроенный, он был прав они так психологически, хотели. да. Видно, и выбил немножко, да, из колеи. Да вы знаете, тот матч такой был. Я сейчас смотрю фотографию, там у нас и состав не самый боевой был с Аргентиной. 2-0 в Наполе мы играли. Во-первых, Кузнецов головой ударил Марадона рукой, выбил с линии в рот при 0-0. И там еще какие-то вопросы были. Хороший есть Марадона про... был тогда? Проиграли. Ну, знаю, я с ним играл еще матч. Мы же играли в Германии. В, в Берлине был турнир, хороший угу. сборник. Швеция, Аргентина. Мы... А, и тогда выиграли. -то... И мы 4-2. Да. Я им да. 2 забил. Было... Мне нравился. Марадона играл. Интересно с ними было играть. Ну, великий Марадона вообще? Ну, во-первых, я разбрасываться такими словами не очень люблю. Великий. Даже по отношению ну, к Марадоне. Верно, великий, великий. Это человек, который со своими слабостями, талантище. Я так скажу, это большой талант, который мог бы еще даже, наверное, чуть больше... Если бы не связался бы с не. наркотиками, да, да. но с другой стороны я еще не уверен, что наркотики ему в чем-то не помогли. Это я не знаю, Серьез. для чего их принимают и как оно влияет на организм. Ну, о чем? А мне, месси, лучше? месси лучше? Месси лучше От Месси я удовольствие больше получаю, если честно. Лучше. Не знаю, чего. Но это человек, который, ну, по мне намного больше может на поле сделать, чем Марадона. Мне так показалось. Ну он с таких ситуаций иногда такое вытворяет, так выходит. Но мы же видели, как Морадона человеку... тоже один всю команду. Да, навязывает. но это считанные разы. А этот чертенок он чуть ли не каждое воскресенье может такое творить. Ну мое мнение. Ты как форвард? Можешь объяснить логически действия Месси, или он действует вне логики? Вот ты бы на его месте так бы делал или нет? Не знаю, ему как-то антропометрические данные помогают. У него, насколько мы знаем, все, что он очень маленький был, его целую программу провели его подтянуть, mm -hmm. вытянуть, там огромные деньги вложили в него, и это риск был большой, и при том, что остался и талант, и он подрос. И он чувствует в каждом моменте, он чувствует твое движение, чувствует, на какой ты ноге стоишь, у него это ему позволяет. Это такое это уже мышление. божественное что-то. Да, да? Это мыслит чуть быстрее всех, а он еще и очень быстро сам по себе. Тут уже, а тут еще и с мячом он работает фантастически. Тут набор такой полный. Чуть позже дне протренировал Кучеревский. А это уже тренер другого уровня был? Вот какой-то более подготовленный, что ли, теоретически? Ну, я с ним не очень. Он был как второй у нас, а потом мы же с Литовченко ушли, и Мефодич в этот Днепр сделал чемпионом уже без Литовченко и что было очень принципиально для них тогда, и они это добились этого добились. А стимул был, а, был, да, показать, он, что... Мефодич, он был чуть-чуть другой человек, да. Ну, они же его, и емец Жиздик, его как бы подтянули. Да. Не готов. Я не, не проработал с ним большой количество. Но все, мне хватит отзывов положительных от ребят. Они все хорошего мнения о нем. Для меня это говорит о многом. В 87 году ты был признан лучшим футболистом СССР. Но это тогда было как герой социалистического труда для футболиста стать лучшим mm -hmm. в Союзе. Семь лет провел ты в «Динамо», три года провел в «Днепре», да, по сумме? 7 Динам... лет в «Днепре», да. три года в «Динамо». В «Динамо» 2, наверное, даже. Я в 90-м уже в Олимпиаду да. съехал, в 88-м Да. Приехал. Скажи, пожалуйста, приглашение в «Динамо» было неизбежным? Ты понимал в душе, что это рано или поздно произойдет? Да, да, да. Э, Во-первых, как я и сказал в начале, что мы постоянно на сборах, а сбор это постоянно то команда, то сборная, то команда, то сборная. То есть мы, как бы, уже с, с, в сборной, с Динамовцами, как один коллективом себя чувствовали. Второе: э, да, тренер сборной тренер Динамо. Третье. Уже хотелось попробовать себя в Динамо. Четвертая армия подходила, и пора было хотя бы отслужить как-то и, может быть, изменить атмосферу. Ну и пятый аргумента это Лобановский, вот так как мы с тобой сидим, он говорит: "Давай, это самое. Ко мне надо сюда переходить, потому что мы, мы, я тебя не вижу каждый день, а мне я хочу, я чтобы вы тренировались со мной, чтобы мы вам так легче будет в состав попадать. Я хочу, чтобы вы по моей программе работали." Вот такой был разговор. Конечно, и я с удовольствием это слушал, я хотел. Вот Насколько я знаю, Лобановский за тобой наблюдал еще с юношей, да? Где-то увидел он тебя. Он ездил на чемпионат мира, на наш молодежный в Мексику. Вот так он, даже. он, да, он был кандидатом еще, по-моему, или уже принял сборную. Союза, И да? он поехал, да, смотреть молодежь. И? Просидел там весь. Этот и? Сам. Передавали что-то от него? Нет, он в сторонке все провел. Не смотрел. общался? Нет, по-моему, нет. Ну у нас, ты, ты чувствуешь, кто-то там когда доносили, кому, кто ему понравился, кто. Ну нет, он никого, никого, ничего себе не позволил тогда. В Динамо, ребята, нормально приезжали. Я сейчас же этим же занимаюсь, я сейчас как технический директор я уже попал на два чемпионата Европы, на отборочный турнир, тоже в стороне наблюдаю, смотрю, ну я не как тренер смотрю, но мне важно развитие все и тут смотришь, и как тренеры работают и как и ребята какие под, под, подрастают. То есть, это такая роль интересная, с одной стороны, да, уже не тренер, но очень-очень э, показательный. Со стороны спокойно посидеть, можно много чего увидеть. И в футбол немного на него глянуть по-другому, чем со скамейки. В Динамо ребята тогда нормально приняли? Да-да-да. Доброжелательно да, да. Вот Ну, мы сейчас повторять, мы знакомы все были. Все хорошо было. Тренировки Динамо наверняка отличались от тренировок в Днепре, правда? У ну, нас это целая история, конечно, конечно. Тяжко было поначалу. Мы знали, мы знали, тяжко, тяжко. тяжело. Ну очень много тренировок, очень много. Особенно сборы, когда давались такие упражнения, которые сегодня их в помине нет. Да, нету. Нет. 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 Когда на, на, на полной скорости там, мы поспрашивайте наших ребят. Ну например, там, ну 5 по 300 метров, это с маленьким интервалом. Это ты, ну, представь, 400 метров это круг большой, по легкой атлетике. Ты должен без 100 метров, ты вырубаешься на 100%. Это, потому что ты бежишь рядом, допустим, с Белана. Да, с ним тяжело бежать. Да. Ну, так, бро, у нас были ребята, которые могли пропереть. Ну, там вся команда такая, не говоря уже РАЦ, там, Яремчук. Так вот, ты несешься 100%, ты добегаешь 300 метров. Тебе дается маленькая очень пауза. Ты не, не до восстановления uh -huh. у тебя. Не будем сейчас на секунды сваливаться и, и сколько, и что. Uh -huh. И ты, пульс еще не, не опустился. И ты идешь второй такой же, ну, на 100%. И так пять подряд. Ух uh ты. -huh. После этого мы... Трупы. Очень долго приходили в себя. Верили, конечно, может быть, это все нам поможет. Но мы это не любили. Мы ненавидели это все. И сейчас это не дают вообще? Таких упражнений сейчас нет, конечно. И это правильно тогда Сейчас было? Сейчас они по лице? тысячу метров бегают, но они в темпе таком, который не, не, не на сто процентов. Ну правильно это было тогда так делать? На взгляд тренера ну, Во-первых, Валерий Васильевич, конечно, много экспериментировал. У них был взгляд свой, свой уже последние несколько лет. да. Что-то у них выходило, что-то не выходило. Но я искренне говорю, что им было полегче набирать людей. Даже кто-то не тянул вот это. Я их могу понять. Мы не можем с испанцами. Повторяюсь, они понимают, что технически мы никак туда не дотянем. Не дотянем Нам никак. надо их перебегать, надо попрессинговать, не дать им мяча и предложить что-то больше. Согласен. Это, это мысль правильная. Ну, нам сложнее от этого. Но мы тоже стали известными да, где-то там, или повыигрывали Кубок Динамо Киев. Ведь это да. сливки собирались со всей страны. И эти ребята, наборы. которые сейчас всеми любимые, знаменитые, да. это сливки страны, которые выдержали этот огромный темп и которые были хорошими футболистами. То есть надо было совмещать и физическое состояние, и техническое. Ну и головка должна работать. Конечно. Хорошо, что ты не играл в 75-м году. Тогда люди умирали вообще, говорят, на тренировках. Не думаю, что... А, там да, они чуть больше пробовали. Да. Там где-то после этого они немного подубрали упражнения некоторых. Но это часть нашей жизни. И жаловаться даже не с руки. Потому что нам это дал толчок. Поэтому я сижу тут с вами и разговариваю, как известный человек в футболе. А если бы я, может, где-то нашел своего тренера, который бы, с которым бы я на пол, как бы говорится, не, не на полную силу работал, а может, тот, же, не был. тот же Олег Таран ведь тоже классный фурор был, правда? Но что-то не получилось вот где-то, правда? Ну, у нас много. Я вам начал уже много? говорить, что дети пропадают. Тут да. ребята некоторые... Доходят до юноши, потом раз, он начинает бояться большого стадиона. Или у него что-то там заболело, да. или психология может быть. Чтобы стать, повторюсь, это, это редкие экземпляры, которые на таком уровне играют. Их, у них немного. Конкуренция, конкуренция тогда за место в составе в Киеве была? Или вот пришел Олег Протасов, и он твердо знает, что он будет играть в основе? Ну нет, нет. Ну, были же у нас Биланов э, вперед, это всегда было. Блохин ушел уже, Евтушенко ушел в Днепр. ушел, Вадик, да, пошел в Днепр вместо меня как бы, да, из нас с Геной. Вот, э, ну, привезли Соленко, жалею, Смеженького, Юран где-то в это у -у 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 -у. время появился. Ну, в основном, получается, если никого-то не забыл, то с Билана в основном. Да, ну, доказывать приходилось что-то еще? Каждый день на поле. А слабаном с кем ты не можешь? Ты если не доказываешь кому-то, ну как доказывает, ты должен тренер, чтобы не кричал славки, во-первых, а потом уже после игры не говорил, что ты не отработал. И там же лишь цифры говорили сами за себя. Тебе уже лист в лицо показывают бумаги, вывешивали там оценки, сколько метров. Почему ты в том метре, в той игре столько метров пробежал, сейчас меньше? Тактика, Почему? технические что действия и так Это говоря, не да? то, да, да. В чем с мячом мало коснулся, мяч я мало коснулся, встретился. Да Надо просто... искать мяч. А, искать. А не касается, что ты скажешь, что тебе мяч не отдавали. Нет. Надо искать игру. С Билановым хорошо вместе игралось? Великолепно, великолепно. Понимали друг друга? Ну, на, не знаю, мы там в два нападающих, наверное, не так уж часто мы играли. И чтобы мы. Ну, все, что я помню, мы с Игорем, не было проблем никаких. Не было. Мне посчастливилось общаться с Валерием Васильевичем в течение целого ряда лет. Я вспоминаю каждую встречу, наверное. Ну, это был не просто футбольный тренер, это был психолог, мудрец вообще уникальный человек. Какие у тебя остались воспоминания о нем? Как, как слово глыба подходит. Такой, как глыба, во да. Во всем такой солидный. И... И Только, к что он как бы вперед действительно, он знает. Вот ты идешь к нему как ученик, а тебе скажут, что надо, а тебе точно подправят. И вот сейчас, не знаю, может не сталкивались, вот если плеяда тренеров сейчас, она очень много от, от плеяды до новых игроков. Она может слышать что хочешь они могут говорить. Ну, я говорю даже не только про Украину, я по, <связать> по миру, по Европе поработал там на некоторых странах. У них свое мнение, которое очень развито. Мы слушали тренера, это был для нас закон, и мы мы могли побубнить, мы устали, мы это самое. Да. <связать> но ну побубни себе, ну а -а -а. между собой <связать> нет, <связать> перед <связать> ним нет. Сейчас они могут же высказываться, они говорят, могут, они могут в прессе сказать, допустим, вот в Греции, мы, мы, на, на, нас неправильно подготовили, мы не смогли бегать, потому что, потому что. В э, новый взгляд нельзя говорить, что это неправильно, все имеют право на, да, на мысль, на высказывание. Ну, просто тогда перед Лобановским мы были как, бы, как, как ученики, кролики, кролики. Да, мы ученики и знали, что он хочет. Мне даже нравилось, вспоминаю сейчас, он когда установку, он показывал, что он человек все-таки, и мне было приятно, не то, что приятно, интересно было, он выходил, когда волновался вот, на установке перед матчем то я видел, насколько мне хотелось, да, типа не волнуйся, Василий, все сегодня все нормально, разберемся. А я вижу, что человек волнуется. И у меня вот эта как бы картина не совпадала Интересно. с тем, что неужели он волнуется? Интересно. А он-то человек, конечно, человек волновался. Ты боялся его? Нет, не, ни в коем. Но вот многие ребята мне говорили, ну просто глаз поднять страшно. Нет, вот нет, нет, это утрирует ребята. Нет, ну может кто-то и боялся, если кто-то уж слишком. А я нет, такого не было. Он... Но мы уже пришли, наверное, чуть... Там был состоявшийся... уже немножко другой Лобановский тоже. И, да, и мы пришли как бы с другого клуба уже более-менее состоявшимися да. игроками. Он хвалил иногда, потому что я знаю, что он мало, мало, не делает этого. Практически нет. Ну вот было, что он сказал, Олег, молодец, хорошо отыграл. Ну, такое я не припомню. А где он это скажет? Один на а один. Где один, хорошо один, играл, один, на один вы, а где видит. я хорошо играл? Да. А на, на установках, на разборах игры нет. В основном поправки, замечания, что надо, как хорошо. Но ты по нему чувствуешь, что ты правильно сделал. Там легко понять. Его симпатию можно было уловить. Кого он, кстати, любил вот так, что ты улавливал в команде? Ну, любимчик. наверное, Лешу Михальченко. Мы же до сих пор мы говорим, любимчик, ты хочешь рассказывать, что ты, Лобановский... К тебе относился очень. Ну, мы шутим по дружбе. Но... Так как вот сейчас фильм вот этот вышел, посмотрели, мы повспоминали. Может быть, он действительно в Леше видел себя где-то, потому что я мало. Сейчас чуть больше кадров увидел, где Лобановский на поле, <соединяющий> чуть больше движений <соединяющий> его. Там действительно ну, есть какая-то схожесть с Алексеем Михальченко. Сегодня при наличии. Ну, он так и, и в жизни к нему очень. И после. И еще... после, и, конечно, да, и, конечно. И Алексей, как к отцу к нему относится, и Васильевич его любит. Сегодня при наличии легионеров, Лобановский мог бы справиться с ними. Вот все-таки тогда это был Советский Союз. Тогда, если что-то не так, портбилет на стол или не будешь нигде играть, правда? То есть были какие-то рычаги. Да. А ну, что сегодня? Вовсе. Вот справился бы он или нет? не знаю. Он не очень, конечно, сидит. Я не представляю как это было бы. Если учесть, что эти иностранцы, которые приходят, они еще больше разговаривают, чем даже местные. И рассказывают, что мы приехали, как не то нашли там, что мы и хотели, и говорят, надо чуть по-другому, вы тут неправильно. Есть такое, особенно еще зависит от кого, откуда ты привез иностранца, и что он из себя представляет. Но, не знаю, сослагательное наклонение. Ну как, это Сложно бы ему было, потому что он вот так я хозяин, а сегодня они чуть другие. Может, подстроился бы. Ты участник двух чемпионатов мира, 86 и 90 год, что само по себе уже для любого футболиста, что бы он там завоевал, не завоевал, не имеет значения участвовать в двух чемпионатах мира. мира. Жить этой атмосферой, это супер. И звездный час, конечно, это чемпионат Европы 88 -го года. Второе место, серебро. Могло бы, наверное, и быть первое, но, наверное, и нет. Все-таки, правда, голландцы сильнее были. По мне, опять же, мое мнение, да, я высказываю. Чуть они посильнее были. Вспоминаю момент, мы сидим, мы уже вышли, итальянцев прошли и смотрим на следующий день. Германия, полуфинал Германия с Голландией. И наши ребята большинство болели, насколько я помню, за хотели голландцев снова в финале. Хотели голландцев. Да. Ух ты! А я почему-то думал, что лучше нам Ух с немцами ты. сыграть, как они как хозяева. Там. Ну, не знаю почему. Они я таких, ну, не то, что побавился, но я знал, что нам будет очень-очень сложно. Ну, и так они, видите, эти два гола потрясающее, индивидуальное мастерство, Сказал. Гулит ван Бастен, да. И вот, нам чего-то не хватило. Но можно было, мы недалеко от них были. Первый матч с голландцами на финале чемпионата Европы, я помню, 1-0 раз какой-то невероятный гол забил. Такие вообще ну, люди не забивают, в общем-то. Невероятно это Ван Бастен в финале забил. Рац ударил сдалека, по диагонали он вошел. Попал, Попал да. Тот матч я вспоминаю с улыбкой, потому что это самый сложный матч в моей жали. жизни. Да. Я никогда не уставал после футбола так, как в том матче. Он а мне остался случилось? на всю жизнь. Что случилось? Ну, мы с Райкардом бодались, он мной занимался, я им. Хороший Райкард. И у нас была такая дуэль, мы, мы друг друга так потаскали. Что... И он потом через несколько лет тоже меня встретил. И он мне тоже примерно те же слова сказал. Я не мог лечь. Не представляешь, это. Усталость такая, не было так каждый раз. Это было, это чуть ли не один раз в жизни. Лечь ты не сесть не можешь, не лечь, потому что тебя, ну, колбасит, если извините за выражение, от усталости. Ты не можешь. Интересное состояние было. А Райкар, то что суринамец, да? Ну может быть и он, но он мне сказал, что он тоже ему не просто было потом. Я же, мы так подробно не обсуждали. Ну, просто, к слову, я вспомнил, там мы так друг друга, наверное, и все ребята наши примерно так же, нам далась та победа. Там еще, по-моему, насколько я помню, доля везения была достаточно. Была когда Иван Бастин вышел на замену, там начался настоящий Иван Бастин уже они с там, того конечно, матча. Да. И они чуть моменты имели, не забыли. Фантастические. И до Сахаршу свернули. Да. Фантастические матчи с итальянцами с 3-1, когда выиграли тоже. Фантастика два матча, с англичанами. С итальянцами фантастические два матча были. С Италией 2-0 мы выиграли. 2-0 и 3-1 с англичанами. Да. Фантастические два матча. Такой прессинг по всему полю. Невероятно. То есть физическая подготовка мощная была. Ну так мы же об этом и говорим. Мы там же какой-то. Какой-то конек был, да. И дело в том, что физическая подготовка для чего Лобановский хотел хорошую. Потому что надо прессинговать. Прессинговать это сложно. Это очень много надо бегать далеко от своих ворот. Логика, о чем мяч. говорит? Ты забери мяч ближе к их воротам, то угу. тебе, чтобы забить, тебе надо несколько метров пробежать. Если ты забираешь возле своих, тебе, чтобы забить сколько еще метров, надо пробежать? Все, все это... просто. Все просто. Да, попробуй. Да, давайте все да. делать выше. Единственное, что предвосхищен, может быть, а может и нет вопроса такого про чемпионат мира в 90-м, э -э вот там нам показалось, первый матч с румынами 0-2, там мы не бежали. Говорил свое мнение, говорил с ребятами. Было, было немного. Даже понимаю, что тренеры хотели, хотели чуть на усталости пройти группу. И потом на Россию. Да, там выиграю Румынова, потом с Камеруном ты вот обыгрываешь В Аргентине даже если проиграешь, то с шестью очками ты выйдешь. Угу. Где-то такой был план. Румыны на ходу, ходу так, были? Румыны на ходу, но мы, у нас такие тренировки были до, до матча достаточно жесткие, что давайте я о себе буду говорить, а не за всех ребят, хотя я общался, то не было совершенно ни свежести, Пустой. ни желания, было, не бежалось, все. Это то, что мы говорим потом, футболисты выходят и говорят, а тренер виноват. Это сейчас я через сто лет я могу сказать, что просто было тяжеловато. А даже одного тренера винить в вот этом никак нельзя могло служиться чухоч, могла климатизация быть. После таких сумасшедших матчей вот с англичанами, с итальянцами, выйдя уже в финал Евро, что с собой по себе было фантастикой, были мысли, что, ну, в принципе, уже программу выполнили, а там как повезет? Или готовились выиграть? Сейчас сложновато все восстановить точно, что у нас в наших головах было. Достижение было уже серьезно, ты это понимаешь. Ну, когда вот идешь, ты уже там отступать уже терять нечего, это только на пользу. Если ты идешь только выигрывать, как Реал сегодня, на финал Лиги Чемпионов, то тут больше ответственности, тут, тут ты не, а не представляешь себе, как ты не выиграешь. А там немножко а расслабока. Не мы идем и попытаемся сделать... Если бы Биланов тогда реализовал пенальти, могли теоретически что-то сделать или все равно сил не было? Mm -hmm. ну, смотрите, там 2-2 могло быть, потом бы да. Конечно, могли еще. Uh, Но опять же. Бывший э, руководитель номер 2 Советского Союза Егор Кузьмич Легачев рассказывал мне, что перед чемпионатом Европы 88 -го года к нему приехал Валерий Васильевич Лобановский и поставил вопрос ребром, что мы едем туда хорошо играть, но ребят надо простимулировать, чтобы ребятам заплатили деньги, хорошие деньги, невиданные по тем временам вообще до этого деньги. И Егор Кузьмич Легачев, такой правоверный коммунист, ортодоксальный, он сказал, хорошо, вот Играйте, заплатим. Пообещал Лобановскому. Валерий Васильевич не отрицал. Я его спрашивал об этом в визите к Легачеву. Он сказал, да, действительно... Это такой. перед Европой? Да. Угу. да, действительно такой разговор был, и ребятам хорошо заплатили. Невидано по тем временам. Да, да, так Сколько есть. заплатили тогда? Ну, опять же, могу ошибиться, плюс-минус, но у меня в памяти это 26 тысяч марок. 26 тысяч марок, ну ничего. Плюс мы почувствовали себя богатыми. Как Будете ты... смеяться. Да, буду смеяться. Мне даже Наташа, жена моя, вспоминает. И она говорит, ты сказал, ну все, мать, теперь уже заработали, уже можно отдыхать. Завязывает с футболом. Как, как ты потратил эти деньги, ты помнишь? Ну мы вывезли женам, организовали. Мы куда-то в Германию, видно, вспомню, слетали. И... На шопинг? По этим супермаркетам да. пошли жены, все счастливы были. Это была сумма, ну после того, что 100 долларов, там 200 максимум столько тысяч получить. То есть Слобановский молодец что ну, таки чувствую, это, да, да, чтобы да. нас поблагодарили. В тот момент это была достаточно хорошая сумма. Государство еще какие-то машины, я знаю, что-то еще как-то отблагодарило? А вот я не помню, тут а, Динамо Киев, эти Мерседесы знаменитые, которые все перебились, это когда, за что они были? Я могу уже путать. Я не получал, я уже быть. уехал в Олимпиаку. Это 90-е были. Перебились, да? Ну, ребята в основном тут бились по дороге на Кончу-Заспор, насколько я помню. Гоняли. Так о чем мы до этого говорили? Ну, а были какие-то в спорткомитете, да. в сборной были еще какие-то зарплаты, там, нам в рублях туда платили. Как ну, вот они, какой такие. Он они был сгорели тогда... все с этим в да, основном с кризисом. С да. Какой был тогда вообще предел мечтаний советского футболиста? Видеомагнитофон, да? По цене трехкомнатной квартиры? Да. Шуба для жены? Ну, квартира, если заманивают футболиста, все-таки дают квартиру. Да. Машину. Отда... Нет, шубы это было... Магазины нам привозили. Базы, да? Такие разные, обкомовские там существовали, такие типа березок. И их привозили на базу, и мы привозили жены, и они заходили. Там Выбирали. Было... Просто были те вещи, которые не были у людей. Да? А так... Ну, мне рассказывали ребята, что в Тбилисском Динамо были очень предприимчивые ребята, такие как Валерий Гуцаев, например, который еще в те советские годы в общем, при выезде за границу держали в руках пачки долларов, то есть 10-20 тысяч долларов и покупали вещи, возили туда-сюда, то есть коммерция существовала какая-то. Ну, факт, не знаю, вот этот случай я не знаю, а, но ну я с ним, наверное, не ездил. Какую-то, какую-то банку икры могли те, кто ну, в основном, это, наверное, чаще даже не футболисты. а может, Ну, что ребята, туда возили? И... Икру возили? Икру, насколько я помню. Но, опять же, где ее продавать? Там это все такое было. Не все, не часто это было. Это были случаи, но повально мы это не делали. Даже надо было привезти, а потом куда-то же ее деть. Ну, там, там уже ждали, там уже бегать. ждали, да. Ну, если ждали, ну, то есть я... Я футболом занимался. Так как про видеомагнитофон, у меня это самое, удар по мне такой был смешной смешной сейчас. Часто все, что с нами происходит, со временем мы смеемся. А то, что кажется в тот момент очень болезненным. А, где-то вы какие-то, мы то ли Кувей, ну, в, араб, в арабской стране где-то были, и а, были там у нас какие-то уже деньги. И я пошел как специалист, мне, ну, знаешь, там Демьянко, Бессонов, Михаличенко, Литовченко, вот это наша бригада, там, Заваров, не помню уже весь состав, купим по классному видику. Ну, я пошел, я как бы участвовал, договорился, там дорогие, по тем временам 600 долларов, это последняя марка, Хитачи были. О, Hitachi. Это класс был. Да. Короче, ну и что вы думаете, чей не пришел в этом в аэропорту, когда мы прилетели домой, их запаковали, мы полетели в Москву, прилетаем домой, чей не пришел из этих семи, и там или восьми, мой. Кошмар. И думаю, елки-палки, я ходил же это самое, все организовывал его, выбирал. Говорю. Так больно Ребята было. не а ски... так Ребята не скинулись, нет? Чтобы... Ну, видно, не додумались.